подписывать на канал Нэла Об. И сегодня хочу сделать обзор мезороллера МТР Роллер на 540 титановых игл 2,5 мм. Это удобный аппарат для проведения косметических манипуляций на коже лица и тела. Механический прибор оснащен ручкой с легко вращающейся головкой, которая полностью состоит из иголок, толщина которых намного меньше человеческого волоса. Материал титан с гидрированным пробоем, обработанный гамма-лучами, что дает возможность использовать его в медицинских целях. Глубина проникновения 2,5 мм. В процессе использования при гладких вращающих движениях на коже образуются микропроколы, что обуславливает быстрое и глубокое проникновение косметических активов и лекарственных средств. Мезороллер активно используют для проведения мезопроцедур в косметических салонах и лечебных учреждениях, а также дома в приватной обстановке. Улучшает микроциркуляцию крови, запускает саморегулятивные процессы, способствует регенерации и размножению, улучшает физические показатели кожи и гладкость, стимулирует обменные реакции, выработку эластина и коллагена. Рассасывание рубцов открывает возможность для быстрого проникновения активов в более глубокие слои. Профессиональные косметологи рекомендуют мезороллер как один из наиболее активных средств для улучшения показателей кожи с возрастными изменениями, морщинами, обвисанием, очаговой пигментацией. Главное отличие мезороллера МТР Роллер на 540 титановых игл от других моделей заключается в возможности использования для устранения всех видов шрамов, сильных дефектов, постакне для коллагеновой индукции. Аппарат многоразового использования имеет удобный пластиковый бокс для хранения, что соответствует гигиеническим требованиям и увеличивает срок службы. Вот так выглядит упаковочка мезороллера. Вставляете маленькие иголочки, удобная ручка, такой удобной упаковочки, как футлярчик. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!